Нацбанк не намерен в этом году допускать резких колебаний обменного курса. Кайрат Келимбетов вновь дает обещание и на этот раз подкрепляет свои слова статистикой и аргументами. Так быть или не быть, девальвации в материале наших столичных корреспондентов. Вернуть доверие к национальной валюте и к самому себе. Председатель Нацбанка Кайрат Келимбетов вновь успокаивает казахстанцев. Девальвации не будет. Деньги можно держать на тинговых депозитах. А в случае дальнейшего падения цен на нефть есть план действий. На этот раз банкир постарался не только успокоить граждан, но и сам назвал причины, по которым многие опасаются повторения колебания валютного курса. Это низкий диапазон цен на нефть и девальвация российского рубля. Но исключить, по его словам, повторение российского сценария помогут нам золотовалютные резервы, которые составляют около 30 миллиардов долларов. Казахстанская экономика, которая вот на сегодняшний день зависит от и поступления, и экспорта, зависит от цены на нефть, для того, чтобы избегать вот так, скажем, волнений в такие периоды, специально создала, проводила такую контрциклическую политику долгие годы, специально создала резерв прочности, который, в отличие от многих других стран, позволяет нам спокойно проводить экономическую политику. События на мировых рынках сейчас под пристальным вниманием казахстанских экспертов. К примеру, правительство и Национальный банк совместно приняли план денежно-кредитной политики на 2015 год. В частности, для повышения доверия к тенге, депозиты вкладчиков в объеме до 10 миллионов тенге теперь гарантируются государством. Раньше эта сумма составляла 5 миллионов. Но прежде всего, индикатором к переменам служит нестабильная цена на нефть. На нее и идет главный ориентир. Есть разные мнения по поводу, какова будет цена на нефть. Ну, многие аналитики пока в среднем говорят, что среднегодовая цена будет около 50 долларов за баррель. Правительство и Национальный банк посчитали разные сценарии, при которых будут соответствующие изменения в налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику вноситься. Между тем, российские СМИ пророчат Казахстану новую волну девальвации. К такому выводу пришли специалисты Высшей школы экономики России. Они считают, что таким образом можно сгладить дисбалансы и остановить укрепление тенге к рублю. Правда, отечественные эксперты такого мнения коллег не разделяют. А возымеет ли силу слова Келимбетова, покажет очередной февраль. Айрки Ермек, Лиза Сагындыкова, Бауыржан Кажыканов, телеканал Алматы.